Всем привет! Мы сегодня отдыхаем в Устакале Бич. Один из самых голосов ближних нормальных пляжей на Пиве. Кто со мной давно, вы его знаете. У них, конечно, много обновилось, потому что был потоп, и, видимо, тут хорошо все разнесло. Лежаки поменяли, и много нового. Есть бар и ресторан. Море очень теплое. Я плавала час. И, конечно, в жару это спасение — холодный кофе, любимый всеми греками. Это Фредо Эспрессо. Есть также Фредо Капучино, есть Фраппе и другие. Горы приехали в кофейню. Такое красивое место. Идут сливы наверху. Еще никого нет, мы рановато приехали.